Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Растишка. Пацанчик, поздоровайся! Всем привет! Сегодня мы играем в FNAF 2 кооп. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем проходить сложную четвертую ночь. Погнали! Как только запускаю FNAF 2 кооп, все с Дискорда выходят. Все боятся играть. Так что если ты не боишься записывать эту игру, заходи в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать. И не забываем ставить лайк, подписываться на канал и написать любой классный комментарий. Если вы хотите продолжение 5 и 6 ночи, мы можем сразу сделать один длинный ролик. Плюсик в чат. Это ты, да, заводишь? Да, я все время завожу. Да, все отлично. О, привет. Я аж, видишь, так, как бы не сильно-то и боюсь, потому что знаю, как себя надо вести. Как себя вести? Вам? Просто можно быстренько за угол заходишь и все. Смотри, да-да-да. А можно прийти теперь за 3 часа ночи завести ее? Подписчики написали, что один раз можно заводить. Так что, ребята, давайте пишите свои советы, как легко проходить, чтобы мы прошли 5-6 ночь. Как здесь вообще ведут себя аниматроники? И можете написать, как от каждого аниматроника вообще убегать. Потому что знаю, что на Фоксе надо светить фонариком, а от других аниматроников вроде просто без шифта тихонечко убегаешь за угол. Кстати, можно понять, вроде что так. То? Когда на тебя нападает, типа, видит аниматроник, музычка такая будет небольшая. Да? За тобой уже идет аниматроник, если к тебе. Понял. Слышу, как аниматроники начинают уже ходить. Это за мной Бонька идет. Да? Ну не бойся. Я зашел за угол, все, ушел. Так, ребята, уже час ночи, и в принципе не так уж и сложно. Кстати, вот эти микроподлагивания означают о том, что ожил уже второй аниматроник. И боишься? Да нет. Около олд аниматроников проходил, мне вообще было не страшно. Да? Ой. Надеюсь, мы затащим вдвоем, потому что шансов, конечно, меньше. Больше шансов, когда где-то втроем, вчетвером вообще легко проходить. Но вдвоем есть шанс, что мы не пройдем, потому что в конце ночи они будут такое что-то вытворять здесь. Блин, два аниматроника за мной, конечно, идут. Не прикольно, ну ладно. Ты не бойся, я так 100 раз сделал. На самом деле, я очень тоже боюсь эту игру. Ты проиграл? Нет, они отстали. Ты, пожалуйста, не проигрывай. Потому что это будет, ну, не очень-то и прикольно одному играть. Представляешь, знаешь, кто-то один проиграет, придется одному. Так, это означает, что ожил еще какой-то старый, наверное, аниматроник. Ага. Они прикольно так включаются, глаза загораются, начинают резко просто идти. И еще обычно в твою сторону. Так, а ты где? Возле шкатулки где-то или где? Около шкатулки. Так, я тогда не буду возле тебя особо ходить, чтобы мы все-таки затащили. Надо держать расстояние, тогда шанс выжить больше. Зарядил. Так, я слышу, как они бегают. Блин, тут проводка такая фуфлыжная, я вечно боюсь. Мне кажется, что-то аниматроник за мной бежит. Мне кажется, ты больше проводки боишься, чем аниматроник. Но они классно сделаны, всегда где ты проходишь, она искрит. О, ты у охранника, да? Нет, я далековато ушел от охранника. Я фонарик берегу, я хочу все-таки использовать фонарик по назначению, это слепить аниматроников. Так, ты не пугай меня. Мне очень нравится, что аниматроники здесь, знаешь, в радиусе подсвечиваются каждый своим цветом. Да, вроде Бонька красный, Олчика, она вроде вообще розовым. Да-да. А вот Фредди я, кстати, не знаю, я ни разу не видел. Слышишь? Да. Это тут бежит, по-моему, это Фокси уже очнулся. Да? Потому что он бежит так быстро. Как тебе говорю, Фокси, Дима, оборачивайся. Ну блин, тогда, конечно, было... Тогда было очень сложно. Так, мы пока держимся на расстоянии, да, от них? Да. Подожди, что это за свет? А, это Фредди, господи. Так, я слышу, как они уже здесь. Вот он неправильно качнулся, я слышу. Блин, это стрёмно, ребятушки. Давайте быстрее сюда. Так, ну, в принципе, учитывая, если брать с позитивной точки зрения, мы прожили половину ночи без 30 минут. Фокс, так, этот звук означает, что оживают старые аниматроники. Сейчас Фокс, они к нам придут. Блин, я так боюсь. Я слепил его. За мной бегут. А ты без шифта, да, сейчас убегаешь? Или на контроле? Я слепляю Фокса. С кем-то бежит. За мной. Я его слеплю. Я ослепил его. Уходи лучше, она его на охранника. Я его слеплю. Ослепил, быстрей. Вентиляцию. Так, блин, ребят, ну это честно, очень очковый челик такой именно.
Фонарик надо очень сильно беречь, да, я так понимаю? Да, у меня. Он здесь хочет. На вес золота. Ну что, смотрите, еще середина ночи нет, они нам уже жопную делают вещи. Ой, вот ты так не страшно тут проходишь, как я. Вот, там Фокси бежит. Ничего, ничего, ничего. И у тебя же есть, да, слепить чем? Да. Они уже не одни даже. Еще один ожил аниматроник. А, ребята, эта ночь прям будет жесткая. Ой, потому что должно жить 8 аниматроников. Вы понимаете, 8 штук. Это нам жопа. А может не будем туда идти? Подожди, там есть кто-то? Можешь зарядить? Ожила мангл. Да, а ну еще есть у нас время. Знаем охоту. Не все, ничего, ребятушки. Если вот так вот, знаете, приловчиться, то не так уж то и сложно. А здесь, знаете что? Здесь, скорее всего, не сложно. Здесь вот так по правде очково. Ха-ха, реально страшновато очень прям. Они еще какие-то тут такие сумасшедшие. Вот смотрите, видите, мангл ползет. И 99,9%, что она ко мне ползет. Блин, такое место еще, знаете, это не очень-то и классное. Они могут здесь меня окружить. Ой, так, нет. Это балунбой. Он фонарик может нас отобрать? Мы около шкатулки прямо хотим зарядить ее. Давай как-то будем что-то думать. Так, мангл, мангл, мангл. Так, увидела меня, увидела, за мной ползет. Дурак, что ли? Тяночки. Блин. Он за мной идет. Вот тварь, Фокс. Все, хватит, хватит. Я завел шкатулку, нам должно хватить. Тихо. Балунбой, блин. Вот знаешь, я сейчас на сцене стою, я слышу Фокси, там Чика. И тут еще балунбой. Блин, это очень стрёмно. Я даже ей на раз подшифтиваю вперед, потому что манглиха, она, знаете, такая быстрее ползет, чем ты идешь на контроле. Иди в жопу. Слышала, ты заагрился на кого-то? Это Фокси. А за кого наагрился? Так, фонарик есть, все хорошо. А, сейчас будет 4 часа ночи, и шкатулки за нам мной. Хватит. Я завел ее до упора. За мной побежали все прям. А будь осторожен и, пожалуйста. Фокси, жопу. Это за тобой? Да, я его слепил, тихо. Так, давай, если что, будем вместе держаться по очереди слепить. Где ты? О, блин, вот он Бонни проснулся. Да не, я, наверное, не буду пока вместе с тобой идти, я тут. Я посижу здесь. Очень страшно. Ну что, если брать с позитивной точки зрения, нам осталось меньше, чем 2 часа. А если с негативной точки, то они, в принципе, все ожили. И это сейчас будет вообще нам жопа. А представь 5-ю и 6-ю ночь. Так, это еще какие-то что-то произошло там у них. Ух, я сбежал, Дима. Я трусь возле места охранника. Понял? Я тоже. Сейчас трусь там. Я хочу уже зарядиться на всякий случай. Но это а хватит, опасно. Можешь не идти, честно говорю, хватит. Один раз можно заводить ночью, да, подписчики, я знаю, что советуют сюда хорошие вещи мне. О, блин, это очень стрёмно. Я прям слышу, как они приближаются все сюда. Блин, страшно. Переходим на эту часть карты, потому что они все туда вроде бы как переместились. Они, а, это ты! Тут. Это они все тут, справа мангл идет. Надо сваливать отсюда. Они все тут. Блин, ребята, я очень сильно переживаю, если честно. Фокси, 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 Фокси. Ходи. Надо слепить его. Синим цветом. А кто синим? Это Фредди. Ребята, очень напряженный момент. Я ее слеплю. Все хорошо, Дима, все хорошо. Ctrl-Shift можно бегать, если что. Как бы они тебя тоже не бегаются. Слепи, 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 слепи. Олд-аниматроники все слепляются? Да.
шифтом и за угол, с контролом, да, вот так вот все потихоньку. Ребята, настолько переживая, настолько нервничая от этой игры, вы даже не представляете, как это страшно. Блин, нам еще час. Ты шкатулку завел? Ты вообще молодчик. Так, пока мы стоим вот так вот. Насколько знаю, здесь в этих ночах лучше не засиживаться. Они, короче, все на нас побежали, их никого нет, кроме Чики. Чики осталось там. Это сколько же аниматроников живых-то? Это все уже, Дим. Все? Это все. Мама, мамочка. Ребята, напишите прямо сейчас в комментариях, сможем ли мы пройти вдвоем эту ночь сложно. Все, давай вот так и сидим, вот так и сидим. Давай. Ты чекай ту сторону, я эту, мы успеем. Ух, как бы затишье перед бурей, да? Да. Ха-ха, я, ребята, переживаю, но надеюсь, мы затащим. Так, что за свонючий скрип? Это проводка. Скрипит так? Ё-моё. Слышишь? Да, это, наверное. Готовься, готовься, или в мою, или в твою сторону будем бежать, я скажу. Давай. Так, я уже готов, если что, бежать. Потому что вроде бы как в нашу сторону они активизировались. Так и понял, в твою сторону. Да, 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 да. Тут Old Bonnie, если что. Понял. Тихо. Бежи, иди, 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 просто иди в вентиляцию. Все правильно, мы идем с тобой. Просто уходим с этой части карты. Чика, чика, чика. Все хорошо. Мы с тобой держимся. Блумбой ушел, все хорошо, по кайфу. Просто надо передвигаться, понял? На этой карте надо сюда перемещаться бесконечно. Не хочу только... в туалете уже. Откуда мы ушли, да? Да. Мы с тобой молодцы, видеть. Да, вроде бы как? Да. Блин, они там топотят так сильно. Ребята, ребята, ребята. Уходи, уходи, Фокси! Эх! Меня убили! Они не слепятся так. Ай, блин, я хотел пробежать и зашифтовать. Ну, виноват вообще не я, а тот, кто первый проиграл. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения, посмотрите мои ролики. Еще.